Вот это все. Мой дом, видите, перевернуло взрывной волной. Вот это, видите, все повыгибало, когда был взрыв. Вот таким образом. Видите, что творится. Уже не работают, потому что света нет. Вот творится. Вот это еще не успел убрать, это все на кровати. И здесь у меня, если вам интересно, вот здесь хранится оружие. 1 год они получат с этого оружия. Вот пока я жив, я буду их здесь бить. Вот можете им так и передать. Всем этим. Каждого, кто придет в Украину с оружием, вот от этого оружия и умрет. Мне 81 год уже. Готов взять ружье и этих гадов, которые придут сюда, бить, мочить. Потому что у меня дочь, внук. Вот, если они придут сюда, я их вилами буду колоть, если оружие. Но оружие у меня есть. А Украина будет сражаться до конца. Вы, если ездили, видели, насколько... Путин объединил Украину, вот так можно сказать. Вот, вот этими своими действиями, в конечном счете, мы объединились все. И политические партии, и религиозные, и буквально все. Мы никогда не были такие едины, как сейчас.